Эвелі зелден ойма ішлері Қырымда эсас ерні алайды. Ойма санаты қадеми зенатлардан бірадыр. 15-ші асырдан башлап, усталар ағачта гузель, шарк, веғарп орнеклеріні бірлештіріп, чешіт мақсулатыларыны япайдылер. Ойма санатының бірқат чешіті бар. Виды так, если грубо, делят на, допустим, плоскорельефную. Это, например, вот образец. То есть, когда рисунок выполнен в стиле рельефной резьбы, можно, в общем, любой рисунок вырезать, каких-то животных, пейзажи и так далее. Также делят на геометрическую резьбу, которая выполнена вот такими элементами, фигурами геометрическими, уголками, треугольниками, ромбиками и так далее. Также бывает объемная резьба, это когда вырезают объемные фигурки. Также есть инкрустация, когда делают прорезь ножом в древесине и потом туда вставляют, вбивают пластинки металлов цветных, медь или алюминий. Получается такой вот узор. Бізім қартбаба деделеріміз емшақ ағачтан чешіт шайлеріні япайдылер. Эр уста оз ішіне джиди янаша. Бежерген ішлерінің эпосы бұйук диққат талап әте. Эн мирақлы сойларына сандычықлар, ресімлер, бешіклер ве да чоқ шайлер кіре. Усталар айтқаны кібі, эр бір ішні башламаздан әвел, бірінжіден мақсадыны қоймақ керектір. Цель — научиться прежде всего чувствовать древесину, чувствовать материал, чувствовать инструмент, как режет инструмент дерево, как древесина реагирует на это. И вообще в целом научиться видеть, да, допустим, в материале что-то. Халқымыз ойма ішлерінен әвлеріні әм тұшардан, әм ічерден яраштырғанлар. Тақтада япылған әр бір орнек айры манаташы еді. Шымды де милли санатымыз күн-күнден инкешаф әте. Біз яшылар есе оны огренмеге тұрышмақ керекміз.